И на следующую информацию просьба также обратить особое внимание. В Ульяновском районе отдела милиции разыскивается воевод Ирина Григорьевна, 87-го года рождения, проживающая в селе Терновка, которая 14 января ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 25-27 лет, среднего телосложения, рост 172 сантиметра, волосы черные до плеч, была одета в куртку черного цвета, синие джинсы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ирины Воевод, просьба звонить по указанным на экране телефонам.